Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон CAT S42, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве изменить имя телефона. Делается это в настройках. Заходим, соответственно, в настройки. Здесь ищем пункт о телефоне. Он, скорее всего, внизу. Да, нажимаем на него. Нажимаем название устройства. И здесь мы можем нажать наш телефон, назвать наш телефон как угодно. Например, я здесь допишу Hard Reset Info. Вы здесь можете написать что угодно, например, свое имя. Вы можете совсем стереть название телефона и вписать новое. После этого наш телефон предупреждает, что нас под таким именем будет видно в сети Bluetooth, Wi-Fi, в точке доступа и вообще везде, во всех сетях нас будут видеть именно под таким именем. Мы нажимаем ОК, и на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!